Февраль 2013-го Сочи и Баден-Баден становятся городами-побратимами. Соответствующие подписи под соглашением ставят мэры курортных городов. С этого времени стороны начинают сотрудничество. Детали партнерства обсуждали сегодня на большом совещании с участием Анатолия Пахомова и официального представителя Краснодарского края в немецком Баден-Бадене. Игорь Ротман отметил, европейской столицей курортов, так называют Баден-Баден, сегодня уже есть чему поучиться у олимпийского Сочи. После Олимпиады город преобразился. Сделать комплимент руководству края Александру Николаевичу Ткачеву, Анатолию Николаевичу Пахомову, его команде, всем тем, кто принимали участие в подготовке города. Этот город стал европейской столицей, европейским городом. Соглашение о партнерстве городов было подписано чуть более года назад, но история сотрудничества Сочи и Баден-Бадена началась гораздо раньше. Немецкие специалисты спроектировали несколько олимпийских объектов, пробурили 4 тоннеля, работали над проектом «Горная карусель» и «Сочи-парк». Взаимодействие в сфере строительства будет продолжено. Сотрудничать курорты будут и в обмене туристами, а также школьниками и студентами. Намерены в Германии принимать для обмена опытом и сочинских врачей. У нас сегодня создана очень хорошая материально-техническая база здравоохранения, великолепная. То есть у нас есть хорошая диагностика. Опыт, который можно обмениваться в рамках теперь уже, скажем, городов-побратимов, то есть бесплатно. Вы бесплатно к нам приезжаете, мы бесплатно едем к вам. Наши врачи с удовольствием бы выезжали, получали бы хотя бы опыт. Готовы курорты взаимодействовать и в области водолечения. Кстати, за последние годы в Баден-Бадене удалось восстановить все местные термальные комплексы и купальни, которыми курорт славится. Деньги на ремонт удалось заработать благодаря и горной зоне. Создание такой же поможет и Сочи, считает Игорь Ротман. Это колоссальные вливания в бюджет города. Заполнятся построенные для Олимпиады гостиницы, это 25 тысяч номеров, будут средства и на обслуживание городской инфраструктуры. Наше казино Баден-Баденское, которое считается самым красивым в мире, она великолепна. Туда приезжают очень-очень многие жители со всей Европы поиграть, отдохнуть в городе. Считаю, что в Сочи это крайне необходимо. Это поддержит их сам город, инфраструктуру, которая создана новая. Сотрудничать Сочи и Баден-Баден будут во всех сферах. В Сочи решили создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами партнерства. И принято решение разработать отдельную программу по взаимодействию двух курортных городов. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.